Друзья, всем привет! Сегодня, как вы уже видели по названию видеоролика, по картинке, мы сегодня будем делать зимнюю оснастку для ловли белой рыбы, мирной рыбы. Это паровоз. Паровоз, есть еще другое название, подобие, это гирлянда. То есть, покажу, как я это делаю. Значит, смотрите, берем кибочек для зимней рыбалочки. У меня он идет трехсоставной, то есть он под тяжелые мормышки. Вот примерно 30 сантиметров длина. Для этого я использую удочку, вот такой вот телефончик. Она очень легкая, удобная. То есть мы когда оснащаем ее нашим старожком, у нас получается очень чувствительная. То есть поклевки даже передаются вам в руку, так как происходит поклевка, и вы чувствуете, вы все это прочувствуете рукой. То есть я делаю вот такую вот снасть с телефончиком по мормышкам. Значит, у меня оснащать можно на любой мормышке, уралочка, все что угодно. Берем, сегодня будем делать наш черт. Вот он наш чертик, универсальная зимняя насадка, то есть без мотылка, так как окунь хорошо берет, плотва и тому подобное, лещ. Вот. На подвязочку будем использовать легкие мормышки. Вот такие вот, у нас называют их кошачий глаз, вот они. Вот такой вот глазик 3D и залитый люминесцентным лаком. То есть он светится, получается. И здесь так же самое, получается, красная бусина и вот этот вот фосфорный, видно, да, это все светится в водичке. Как делать мормышки, друзья, оставлю ссылочку или смотрите следующее видео, в следующем ролике я показываю, как быстренько сделать такую мормышку, очень быстро. Так, давайте приступим к монтажу. 2 минуты и монтаж будет у нас готов, поехали. Так, у нас все продето, вот видно, да, очень хорошо все собрано. Теперь давайте, значит, отмеряем примерно 1 метр. Значит, заводим первую мормышечку нашу. Так, проматываем примерно. У нас должно быть от нижней мормышки, от нижнего черта до верх. Ну, я сегодня буду делать сочетание черта и двух подвесок. Значит, между подвесочками примерно должно быть 20 сантиметров. Вот смотрите, черт плюс 20 сантиметров и плюс 20, это 40-50 сантиметров. То есть берем немножко больше лесочки с запасом, примерно полметра. Вот мы отмерили. И вот таким вот образом привязывается мормышка. Значит, смотрите, этот узел я уже неоднократно показывал, то есть я не вяжу и поводки, и петельку делаю, и Т-образный узел не вяжется, очень крутой, короче говоря, узел. Значит, смотрите, берем, складываем, вот так вот склали, да, колечко такое вот, и у нас получается, берем, зажимаем двумя пальчиками вот здесь, вот у нас получается вот здесь вот свободные, два свободных отрезка лески. И мы должны их вот так вот между собой сделать 5-6 оборотиков. Вот так вот накручиваем. Вот так вот достаточно. Теперь придерживаем пальцем, продеваем. Продеваем нашу мормышечку сюда, вот в колечко. Вот так вот должно получиться. Ну, теперь, соответственно, мы это все затягиваем. Единственный момент, значит, вот здесь, когда будем сейчас вот стягивать, я думаю, вам, друзья, будет видно, нам нужно сделать небольшую петелечку, то есть мормышечку немножко вытащить. Буквально, я думаю, вам будет видно, вот буквально на пару миллиметров. И в таком положении мы затягиваем.
Вот так вот формирую небольшую петельку. Я не знаю, как вам показать, чтобы было видно эту петельку. Сейчас, друзья, сделаю побольше фокус и вам покажу уже, как должно, в принципе, получиться. Итак, рассмотрим вблизи данный наш узел. Смотрите, вот когда мы затягиваем, у нас получается вот такая вот маленькая петелька. Для чего эта петелька? Для того, чтобы дать нашей мормышке, нашей подвязочке, дополнительную игру. Когда мы будем играть чертиком, мормышечка сама по себе уже будет на лесочке, без никаких скованных движений, она будет себе играть, вот привлекать еще больше рыбу. То есть мы делаем маленькую-маленькую вот такую петельку. И вот в таком положении, друзья, мы затягиваем наш узелочек. Соответственно, мы его смачиваем. Так, все. Смотрите. Вот так вот узелочек наш затянут, но он находится на маленькой петельке. То есть мормышка себе ведет себя естественно. Так что вот такой узелочек. Таким же образом, друзья, собираем вторую мормышечку на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Так, друзья, также формируем маленькую петельку и подтягиваем. Смачиваем. Все, затянули. Получается вот такая вот маленькая петелька. И наша мормышечка уже привязана. Так, ну теперь отступаем снова 25 сантиметров. Пропускаем через наш чертик. И вяжем уже на нашем хвостике, который остался привязанным чертом. Так, друзья, вот что у нас вышло. Значит, смотрите, у нас идет первый черт. Дальше на расстоянии 30 сантиметров у нас идет первая подвязочка. Это легкие мормышки, они никакого веса практически, буквально чуть-чуть. Так как они просто крючок и залиты УФ-гелем, да. Идет полусфера, бусинка пластиковая, все. Значит, смотрите, у нас вот так вот привязана первая мормышечка. То есть она свободно играет на леске на нашей. Так, и от нее уже уходит поводочек, скажем так, вторая мормышечка, тоже 25-30 сантиметров. И привязана еще одна мормышечка. Вот такая снасть под названием паровоз. Паровоз, суть в чем? То есть мы поднимаем, как бы они следуют друг за другом. То есть на одном и том же расстоянии мы играем. И таким образом мы пролавливаем некоторые слоя воды, где может находиться данная рыба. Ну вот так вот, очень просто. Вот такой вот сторожочек у нас для нашей снасти. Вот он, удочка. Очень все легкое, компактное. То есть разобрали, сложили, даже можно в карман взяли и перенесли. То есть удочка очень удобная, но самое главное, чувствительная. Вот, ну вот такая вот, друзья, вышла снасть. Кому интересно, как делать мормышки, оставлю ссылочку или смотрите следующее видео. Вот и все, друзья. Ничего сложного. Вот наша снасть, паровоз. В принципе, и готово. Все очень просто, быстро. Кому было интересно, как обычно, пальчик вверх, друзья, подпишитесь. Поставьте лайк этому видео, друзья. А мы увидимся в следующем ролике. Всем пока. Так, вот, друзья, вот наша снасть, в принципе, в сборе. Вот она, наш телефончик. Значит, вот идет первая мормышечка. Смотрите, вот она. Поднимаемся. Вот вторая мормышечка наша. Ну, соответственно, внизу наш черт. Вот такая нехитрая снасть. Но, кстати, очень уловистая.